На море. К яхтам. К яхтам. Саму кофе. Вода простая. Чипсы где-то. Все, все. Которые вчера сделала. А как у них красиво? Крики, цветочки. Ага. А вот эти сыр. Что, больно? Да, прикольно. Идем. У нас сегодня веселый ауфлюг. Вон катерок у нас стоит. Нам прямо? Да. Да, он налил. Прямо. Много людей рядом. Да, тут они гуляют. Да. Мама. Они, никто не катается. Они приезжают со своими досками. И плавают сами. Смотри, нет никого, они тут полные. Как опять эти люди, которые пели, будут писать и падают на... Я, короче, встал, сел за стопку заказать. И заткнулся, что мы как упал. Встаю, все на меня смотрят, я говорю, как дверцу. Просто, и знаешь, все кафешка, бархатка. И все просто. Я встал, говорю, давай. Сразу это, я такой, и у всех настроение поднялось. Знаешь, будь там, улыбались все. Посидели все там скучные, да? Мы Вижу, Вику ждем. Смотри, чтобы не было. Даша? Да. Вэлла? Там Вика не нырнула воду? Еще нет. Сейчас, стой. 4. 4, 4. Да. Ждем Вику. Сюда. Либо она не нырнула. Ну, нормально держится, смотри. Вы у нее хоть забрали все телефоны? Да. Я подготовилась. Молодец. У нее получается, смотри. Ага. Мама, это легко сказано пока. Конечно. Дух, это даже очень легко. А нас сфотографировала же. Вообще не страшно. Вика умничка. Йохан! Только попей мне это. Вот так сядь, как она. Спасибо. Вика, сядь, как она. Я боюсь. Вика, всего лишь 3 часика. Все, едем? Хорошо. Ну, летом. Летом. Сейчас прохладно. Да. Сегодня, кстати, это последний день официально бассейн открыт в Хатихане. Да, точно. Ага. Я говорю, да ладно. Я говорю, тетя Соня, что тепло там? Она говорит, ну пойдет. Нам хотя бы было выйти. Вика, ты в кадре. Открывается бассейн? А?
Хеппенхайме. Все, да. Ну уже же нас это опять осень. Берегу несет, да? Смотри, как классно. Не, как ты что, май открылся. Просто холодно в этом году, никто не ходил толком. Такая прикольная сфотка эти видео, она смотрится классно. Я сфоткала. Вот сейчас, да? Вот сейчас, да. Киса. Девочки. Так. Вика, молодец. Тренирует стабильность, да? А может, Вика пал тестнуть? Не видели? Все-таки течение какое-то здесь есть. Я сказала, это для начинающих была там одна, а это уже для следующих. Я сказала, мне дайте это. Тот, который дает, их такой говорит, ну, фиглю к тебе. Это не начинающий. А какая для начинающих? Пластиковая какая-то. Вика, Вика, посмотри-ка ко мне. Она, наверное, потолще. Да. Может, даже пошире. Она все может. Да, я тоже это могу. Приходим, она. Там вас сюрприз ждет. Я двери собрал. Вообще-то я сам ехать собрал. К нам едет? Вика, сюрприз! Она по кругу. На одном месте. Приехали. Все. Вот Элла. Кого ты прыгнула? Элла. Тебя. Ах, это была ты! Это была так, я распрыгнул. Я нож застает в тебя. Я испугалась. Не, он нырнул. Я прыгнула. А хлеб? Не остался хлеб. Вала, есть хлеб? У меня нет хлеба. Можно три подножка? Мам, он такой беленький, да? Есть хлеб. Так интересно, вот если посмотреть, мама, вода грязная, а он белейший. У вас красивая лодка. Уточки. А яблочко такая, там что-то одна. Это копия. Лепесток забудь свой. Тебе это надо? Мама! 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 Вик! Вик! Так ты Кевину предложи, пусть проедется. Обратите внимание, что в основном все лодки на сами девочки. Патриция, Хайфа. В общем, мы когда будем жить на море, ты мне тоже подаришь лодку, да? Ну, конечно, как да. Как у папы в игре такое главное яхту? Яхточку. Анна. Да. Да. Конечно. Вань, ты все, готов? Я думала, ты уже сейчас поедешь. Давайте меняйтесь. Я не буду меняться. А ты не будешь? Нет, я не хочу. Нет, ты же весь мокрый, так что можешь садиться. Давай. Убить? Нет, сядь.
Саша, друг. Да не буду я садиться туда. Сядь. Не хочешь садить, он будет тебя крести. Крести меня, не надо. Сиди, он будет тебя крести. Мам, а наше время? Сейчас время. Что? Ладно, иди туда, смотрю. Вика! Как я вам запрещу? Вика, за это все свечи, как я. Вика, в колесах. Давай, Вика, я вас учусь. Вика, я вас учусь. Ты же не вот эти кинтала, да? Да. Рули. Рули. Кто не догнал? Кевин, она быстрее. Вылазь давай, если ты заболеешь. Так можно быстро научиться кататься. Так можно и плавать научиться быстрее. А это что такое? Это листья? Нет, Ваня, я в тебя верю, давай! А не за Викой или что? Нет, на таран. А, не, Вика обратно. На таран, лодку брать. Интересно, кто быстрее, я или он? Я уже поняла, что он. Так часто, как ты отдыхаешь. Точно он.